взяла два КАМАЗа и один грейдер вот тут сейчас запускаю на 5 восьмой. Единиц, да? Да, и погрузчик на базе на. А сколько песка, вернее не песка, а смеси? Смеси еще хватает на, есть за 150 тонн, 170 тонн. 170 тонн есть, да? Сейчас куда грейдер идет этот? На восьмой квартал. Каля Ешевор, Павел Боцу туда, в ту сторону. Ну, восьмой квартал. Справляетесь, да? Ну да, пока поддерживаем. Подсыпку мало делаем, потому что снегопад, и пока что чистим, и только остановки, пешеходные переходы, перекрестки. Ну я понял, 4 утра уже выйдут ЖКХ и УБИО. Хорошо, я понял. Значит, у вас все под контролем, да? Ну да, пока. Звонят с примарии, поддерживают связь с этими, с дежурным. Полицией, да. Депатрулуаре, да. А. Есть там дежурный, он мне немножко информирует, где там, что у них там по городу тоже ездит информирует.